В День матери и накануне в 33-й городской больнице появилось на свет 5 малышей. С праздником женщин поздравил глава района Анатолий Павелий. Пожелать вам хочется этим маленьким детям, чтобы росли они в счастье, любви, здоровье, чтобы в семьях ваших было все хорошо, все было здорово. Заверяю вас о том, что государство заботится и будет заботиться о вас. Глава района, а заодно дважды отец, пришел не с пустыми руками. Всем женщинам он подарил букеты и мультиварки, чтобы виновницам торжества в быту было полегче. Для большинства из них это вторые по счету дети. И что интересно, почти все новорожденные мальчики. Мама единственной девочки Полины видит в этом хороший знак. Но зато много будет у нее ухажеров, я надеюсь. Она должна была родиться чуть попозже. Просто совпала, захотела выйти. За 9 месяцев 2016-го в районе появились на свет 2300 младенцев. Это уже почти столько же, сколько за весь прошлый год. А в целом за последние 7 лет показатель рождаемости в Колпино вырос в 2 раза.